Добрый день, уважаемые зрители. Начинаем наш аналитический семинар «Безиндикаторный анализ основных валютных пар». С вами Кирилл Рудович. Напомню, что вы можете задавать ваши вопросы в чат по ходу семинара, если вас что-то интересует, хотите что-то спросить, уточнить. Все это можно сделать в чате. Чат доступен для тех, кто авторизован в личном кабинете. А если у вас личного кабинета своего пока еще нет, вы его можете зарегистрировать. Регистрация личного кабинета абсолютно бесплатная. 2 минуты вашего времени отнимет, после чего у вас уже будет возможность общаться в чате, задавать ваши вопросы, комментарии. Плюс сможете установить торговые платформы и открыть счета, учебный счет, реальный счет уже, у кого какие цели, у кого какие запросы. Я же напомню, что проводим мы анализ рынка без использования индикаторов. Смотрим мы только уровни поддержки и сопротивления, смотрим, как ведет себя цена на этих уровнях, и дальше уже принимаем торговое решение. Начнем, как обычно, с календаря экономических событий, дальше переключимся на графики и поищем возможности, поищем торговые ситуации на графиках. Сегодня у нас пятница, уже завершающийся день, который завершает у нас торговую неделю. Что на сегодня по новостям? Ну, смотрите, тут из новостей заседание Совета министров финансов и экономики по еврозоне, да, точного времени пока не указано, но я думаю, что оно уже должно было пройти. 16.30 ценовой индекс по ВВП по штатам, плюс встреча премьер-министра Британии Мэй с президентом США Трампом. Ну, очень интересно, да, о чем там будет встреча, что там будут рассказывать и так далее. Конечно, много здесь может быть вопросов, но все же. Вот, и в целом же на сегодня, ну, каких-то особо важных новостей, супер важных новостей, в принципе, больше и нет, да. Что ж, давайте тогда переключимся на графики, вернемся к графикам и посмотрим ситуацию именно с точки зрения технического анализа. Начнем с евро-доллара. По евро-доллару, ну, по вчерашней, скажем, разметке, где я отмечал, да, я отмечал возможность продаж. Да, выставился я здесь отложкой 1.0720 в надежде на то, что цена, скажем, подпрыгнет к моему отложенному ордеру и дальше будет уже движение вниз. То есть расчет пока на такую ситуацию. Да? Конечно, уверенности 100% нет, но я думаю, что должен, собственно, сработать данный подход. Но в любом случае будем смотреть, будем наблюдать, как цена будет подходить сюда, в эту зону. Вот, и как будет цена реагировать на этот уровень. В целом же мы видим, что, да, то есть цена немного ушла и зависла, скажем, под другим уровнем 1.0690. Этот уровень я тоже ранее обозначал и отмечал. И видите, что, ну, пока, скажем, подвисла, да. Вот, здесь такая довольно интересная ситуация. 1.0690, 1.0720, вот эти 30 пунктов, они как раз-таки и будут определять дальнейшее движение цены в общем. То есть либо мы пойдем дальше наверх, либо мы, собственно, начнем продажи с текущего уровня. Я же рассчитываю именно на продажи с текущего уровня, на продажи с текущей отметки. Конечно, могу и не дождаться этого, да, конечно, цена может уйти повыше, но в целом можно сказать так, если мы где-то будем 1.0730, 1.0740 здесь ходить, то уже можно, скажем, держать руку на пульсе и подумать о закрытии позиции. Но стоп-лосс выставил пока на 1.0760 примерно. Отметка, что называется, будем наблюдать. Так что по евро-доллару пока такая картинка. Да? Вот, доллар-швейцарский франк, давайте посмотрим, что здесь, что по данной паре. Но по данной паре пока все идет именно так, как и планировали. Да, уровень 1.2025, я отмечал этот уровень и говорил вам, что если цена пробьет этот уровень наверх, да, мы будем искать возможности для покупок. Вот, пока же, как вы видите, пробития данного уровня не было, да, хотя цена здесь уже и довольно активно торгуется, уже довольно давно здесь торгуется, но пока не было пробития, мы не
никаких решений, никакого решения не принимаем. То есть ждем, пока цена не пробьет этот уровень наверх, и только тогда мы можем покупать. Цена может и не пробить, может просто-напросто уйти вниз, да, но по сути нам это, ну, без разницы. Почему? Потому что позиция у нас по доллару швейцарский франк не открыта. Ну, надеюсь, никто еще пока не открывал, потому что здесь сложно сказать, да, пойдет цена или не пойдет. Но если пойдет наверх, тогда можно будет использовать и данное свойство цены, и можно будет открыть покупки. Но пока наблюдаем, да, то есть не факт, цена, конечно, может просто-напросто и уйти ниже. Такое уже тоже случалось неоднократно, и, как говорится, цена никому ничем не обязана. Но если уйдет выше, тогда мы знаем, что делать. Давайте посмотрим теперь фунт. Что у нас с фунтом, да, какие тут уровни, какая здесь ситуация в общем и целом. Ну, смотрите, по фунту откат-то мы уже увидели, да, то есть 1.2540, я говорил, что вероятнее всего к этой цене, в эту зону, в эту область будет какой-то откат. Мы видим, действительно, откат к этой зоне пришел, да. Вот, но что дальше, да, то есть будет ли здесь покупки, будет ли здесь продажи? Но пока рассчитывать можно, ну, я думаю, что все-таки будут продажи, да, по фунту, и думаю, что дальше будет движение вниз пока. Вот, можно попробовать, если вдруг у кого-то еще нет позиции, можно попробовать зайти в продажи даже сейчас. Ну, мы можем зайти минимальным объемом, что называется, просто подтвердить свои идеи, свои мысли. Единственный вопрос по стопу, да, стоп будет даже сюда под максимум, вот этот можно спрятаться, стоп будет у нас где-то здесь, да, то есть порядка 40 пунктов. Вот вопрос о размере позиции. То есть правильно подбирать размер позиции, чтобы не было потом мучительно больно, да, за правильную позицию, которую приходится сбрасывать из-за того, что вы неправильно выставили отложенный ордер. Так что по фунту пока идеи именно на продажу. То есть я думаю, что все-таки мы будем двигаться вниз. А даже если посмотреть часовой таймфрейм, да, то картинка выглядит пока именно так. Ну и в целом же, что можно сказать, какие еще могут быть ситуации, какие еще могут быть варианты. Ну, если цена уйдет выше данного уровня, если цена уйдет примерно до середины нашего стопа, тогда уже надо присматриваться, тогда уже надо думать, да, не уйдет ли цена выше, или все-таки сидеть и дальше в продаже. Ну, можно сказать так, что если цена пробьет наш стоп, то здесь сценарий продаж отменяется 100%, и с большой долей вероятности можно уже искать покупок, можно будет уже заходить в лонг, да, то есть можно брать уже покупки. Но ежели все пойдет так, как пойдет, да, в продаже вниз, ну, можно и дальше держать позиции. Я думаю, что ничего страшного в этом не случится, да, ничего страшного не произойдет. Дальше давайте посмотрим доллар японскую иену. Я вчера выставлял отложку от этого уровня 113.80, оно не сработало, она не сработала, отложка. Решил не ждать, сегодня ее сбросил, хотя я рассчитывал, что ночью потестируют ее, да, и дальше цена пойдет наверх. Но, как видим, что называется, не судьба. То есть цена ушла без теста. Но ушла, так ушла. Ничего страшного, переживать не будем. 114.50 тоже, ведь сначала пробили, потом вернулись назад, долго определялись, пойдем наверх или не пойдем наверх, и в итоге все-таки ушли повыше, да, что в принципе и неплохо, да. А что сейчас по иене, какие перспективы? Ну, если честно, пока сложно что-то сказать. Я думаю, что по иене, по японской иене пока будет сохраняться боковое движение. И, ну, более глобально по японской иене можно будет говорить о покупках с текущего уровня. То есть уровня 115.30, если мы его пробьем, да, я думаю, что мы его пробьем, этот уровень, можно будет говорить уже о, ну, более серьезных покупках, и я думаю, восходящее движение, этот аптренд продолжится, причем продолжится так относительно далеко, да, поэтому пока
пока наблюдаем, но в целом я думаю, что уйдем мы наверх, да, то есть идем мы наверх, и можно будет ожидать покупок. Ну, конечно, это может быть не сейчас, да, то есть это может быть попозже, это может быть там спустя некоторое время, но в целом можно рассчитывать именно на такое движение. А дальше, австралийский доллар. Что у нас по австралийскому доллару, какая картинка? Сценарий все еще остается, то есть смотрите, были попытки уйти ниже, да, вроде пробили, откупили. То есть пробоя, как такового пробоя уровня, здесь еще не было. А если не было пробоя, значит, пока нам остается только наблюдать, да, наблюдать за картинкой. И я думаю, что все-таки ну, надо дождаться пробития, если мы хотим торговать именно австралийский доллар принципиально. Хотя на рынке ну, более чем достаточно вполне себе хороших инструментов, которые можно использовать, которые можно ну, использовать в своей торговле. Да? Поэтому пока ну, как-то так. А насчет ВВП Илья задает вопрос по США. Я не думаю, что это будет просто там переломная новость какая-то, переломный момент. В целом, я думаю, что ВВП по штатам будет хороший, да, потому что все мои прогнозы пока настроены на то, что доллар будет укрепляться. Вот, поэтому такая идея. Так, Никита просит повторить евро-доллар. Ну, давайте на шаг назад, скажем, пока вернемся. По евро-доллару логика какова, да, ну, выставлена отложка здесь у меня, конечно, не факт, что пойдет все так, как рассчитываю по сценарию, да, видим, пока цена тут зависла на уровне, но я думаю, что кольнем и просто пойдем дальше вниз, поэтому здесь отложка и выставлена, а прогноз пока по всему рынку, прогноз именно на укрепление доллара, да. Укрепление доллара, неважно, там, относительно евро, относительно фунта или относительно еще чего-то. То есть, ну, будет укрепляться, будет, значит, замечательно, значит, все хорошо будет. Вот, поэтому пока как-то так, да, пока как-то так. Вот. Надеюсь, что понятно, да, идея по евро-доллару. А дальше, давайте австралийский доллар мы рассмотрели, посмотрим новозеландский. Скорее рынок вынесет беседа Трампа с Мэй. Ну, я не знаю, будет реакция рынка. Единственное, что пока разберутся трейдеры, о чем там была беседа, разговор, и, возможно, скажем, ну, эта беседа будет попозже, там данные опубликованы по беседе, о чем договорились, и договорились ли вообще, и о чем, может, вообще о погоде беседовали, да? Вот, тут... Ну, знаете, такая вот палка о двух концах. Но в целом, пока думаю, что так, да, там ставки пока на укрепление доллара, да, на усиление доллара. Как будет на самом деле, конечно, ну, никто не знает. Да. Вот, по новозеландцу такая же логика, как и по австралийскому доллару. Есть у нас отметки, есть у нас уровень, с которого мы... по пробитии которого мы можем продавать, можем заходить в продажу. Да? То есть если цена этот уровень пробивает, уходит ниже этого уровня, а можно говорить о продажах, можно говорить о шортах. Да? Ну, а ежели не уходит, то ни о каких шортах речи здесь не идет. Да? То есть пока цена здесь выше, ну, ничего не предпринимаем. Покупки как-то, на мой взгляд, не совсем разумны. Разумны будут, ну а продажи возможны только ниже, да, а цена пока ниже еще не ушла. Уйдет, будем принимать меры какие-то, не уйдет, значит ничего не будем делать. Это что касаемо новозеландского доллара. Дальше, канадский доллар, посмотрим. Доллар USD канадец. Логика пока, видите, прежняя движение, да, я обозначал, что вот 1.3120, если пробьем, можем покупать от этого уровня. Как видите, пробития также пока не было. Да? То есть такая же картинка пока, как и по доллару швейцарский франк. То есть можно сделать выводы, что ну, весь рынок пока колеблется именно с долларом в унисон. То есть никто здесь самостоятельных попыток не предпринимает. А если не предпринимает, да, соответственно, можно рассчитывать на... общее движение. Но более того скажу, что как только начнется движение по доллару, зашевелится абсолютно весь рынок, и
ну, будет у вас там несколько точек входа, это практически 100%. А что касаемо канадцев, пробития не было, да, ложные пробои не в счет. Вот, поэтому, собственно, ждем, если кто-то желает прикупиться, да, желает поскорее зайти в позицию, но, не знаю, я бы все-таки дождался пробития уровня, ретест в любом случае будет, да. То есть смотрите, сколько ситуаций, ну, где-то, да, и зайдем, да, то есть где-то, да, и будет возможность, по большому счету, не особо важно, куда вы сейчас будете заходить, то есть либо покупки канадца, либо покупки швейцарского франка, либо продажи евро-доллара или австралийского доллара, все это сделки именно по доллару, да, поэтому большой разницы, каким инструментом вы будете достигать цели, ну, я не вижу, да, поэтому пока как-то так. Дальше посмотрим золото. По золоту у нас открыта позиция, еще вчера открыта была. Я обращал ваше внимание, что еще, по-моему, там в чате был вопрос, будет ли ретест или не будет. Ну, зашли на самой макушке практически ретеста, зашли, но зацепились. Да? Еще буквально бы пару пунктов, и ни о каком ретесте речи бы у нас не шло. Вот, по целям, да, но смотрите, ближайшие 11.71 я обозначил, возможно, зону разворота, либо как минимум, ну, небольшого отката, а саму цель я обозначил по движению на 11.50. То есть 11.50 это, собственно, отметка, ну, куда надо целиться так среднесрочно-долгосрочно, да. Вот, ну, возможный уровень, где цена может либо притормозить свое движение, либо отпрыгнуть, отскочить, это 11.71, да? Вот, все, что там будет на этом уровне происходить, надо, конечно, фиксировать и обращать на это пристальное внимание. Возможно, конечно, и возврат к уровню, да, еще один тест, но второй возврат к уровню здесь уже будет довольно подозрительно и, ну, возможно, уже тогда придется закрывать позиции, сбрасывать быстренько свои позиции, хотя я надеюсь, что, ну, не будет, да, второго теста, по крайней мере, не хотелось бы его увидеть, поэтому ждем, пока цена уйдет немного ниже. Никита задает вопрос. Покупку иены рассматриваете, ну, опять же, ее можно рассматривать, я обозначал, где покупку иены, да, то есть, либо, ну, текущую отметку я убрал, я говорил, собственно, о возможности покупки от 115.30, ну, по пробитии, да, то есть, если мы пробиваем этот уровень, тогда можно на ретесте заходить, да, если же не пробиваем, пока здесь, ну, как бы так и торгуемся. Это единственная возможная покупка, ну, по крайней мере, на моей логике, да. Вот, долгожданное ралли по золоту, будет вам ралли, Илья, главное, держите, чтобы вас на этом ралли не выбросило за борт, да. Ну, в принципе, и так, по золоту, если переводить на простые пункты, это 76 пунктов прошло золото, ну, что, неплохо. 11.90, 11.83, вот вам 8 долларов на унцию уже прошли, да, чем не ралли. Ну, шучу, конечно, ждем более продолжительного движения, более мощного движения. Я думаю, что скоро вы его дождетесь, мы его дождемся, увидим, да. Главное, чтобы, как бы, это ралли потом боком не вышло. И заодно посмотрим серебро, что у нас по серебру, как идет расторговка, какие здесь положение дел, да. А положение дел практически такое же, как и по золоту. Можно рассматривать продажи, ну, вернее, нужно было бы раньше, да. Вот, вообще по идее, да, серебра, я думаю, что еще по серебру может быть откат. Цена пока, либо пробитие 16.67, пробитие и заход на ретесте, да, этого уровня продажи вниз, либо, возможно, еще будет 16.90 подъем, то есть по серебру, и только потом будет движение вниз. То есть пока, видите, два таких сценария, вполне может сработать каждый из них. Вот, но так или иначе, ну, действия здесь довольно просты, да, пробиваем 16.67, ну, у меня здесь отметка, да, условный, опять же, уровень, тогда ждем ретеста и заходим здесь в продажу, уходим выше к этому уровню, можно попробовать
сделать продажи с этого уровня. Уходим еще выше, пробиваем его, уходим под 17, да. Ну, жди покупок, значит, как говорится, жди беды, да. Если стоишь в продажах, если стоишь в шорта. Вот, так что пока на текущий момент у меня такая картинка. Так, что ж такое? Завис. Ладно. Ага, отвис. Завис и отвис. Два друга есть, да? Завис и отвис. Вот. В каком случае возможен досрочный выход по золоту? Ну, могу сказать так. Тревожным звоночком это будет возврат, опять же, 11.90, да, и возврат какой? Ну, то есть будем смотреть, как вернется, да, если мы уже залезем туда, на середине стопа, примерно в половине стопа, надо уже будет, ну, думать, что делать дальше, либо сбрасывать часть позиции, либо ее закрывать целиком, то есть, ну, зона принятия решений активных, это будет где-то середина стопа, да, опять же, стоп ставится здесь, ну, для чего, да, если вдруг резко пойдет какое-то движение, меня не будет за терминалом и так далее, да, вот, но принимать решение надо будет, когда цена уже туда доберется. Опять же, важный момент, это как туда цена доберется и доберется ли, да, то есть как этот уровень будет пробиваться и будет ли пробиваться. Все там пробьют моментально, мгновенно, да, значит, дело плохо, спасайся кто может. Да. Если там будет что-то пытаться, там пытаться, может даже чуть-чуть и пробьют, ну, значит, пока работает первоначальный, изначально выбранный сценарий, значит, пока торопиться не стоит. Вот, собственно, такой прогноз на сегодня, на текущую пятницу. Напомню, еще в 16.30 данные по ВВП США, плюс там беседы, да, Терезы Мэй с Дональдом Трампом, президент США, премьер-министр Великобритании, будут обсуждать, как make America great again, да, сделать снова, вот, поэтому, ну, тоже надо быть начеку и с позициями, конечно, с объемом никогда не превышать, наверное, позиции. Напомню для тех, кто не успел, да, на обзор посмотреть, обзор, в принципе, ну, актуален, потому что имеет такой среднесрочный, можно такой сказать, прогноз, да, на пару часов запаса точно есть, поэтому можете посмотреть запись на канале Альпари в YouTube, либо в группе Альпари ВКонтакте, можете посмотреть запись, плюс там есть какие-то вопросы, комментарии, все это можно задавать именно там. На этом я с вами на сегодня прощаюсь. Всем хорошего дня, хороших выходных, набирайте сил и встречаемся с вами уже в понедельник на новой торговой неделе.